пять человек переключил где-то, и у всех машина какая-то, ноги показывает. Опа. Вот это пирожок попался. Здоровенькие булы. Хлопочный, уже нормально, типа, с нами общался. Здрасте. Здравствуйте. Ты из пошлой Молли? Блядь. Мне кажется, она же устала от тишинки слушать. Ты думаешь? Да. А кто-то говорил, что вы из пошлой Молли? Ну, не, мне сказали, что фейс, но я чуть... Ну, фейс? Ну, такое, не хуйня. Ну, там, смотри, какой ракурс, возможно. Сейчас я фоточку покажу, прикинь, короче, у меня... Да, пошлая Молли. Вот там вот мне вот все говорят, типа... Не, ну... Прям на пошлую ноги сидит. Да я просто порожила с волос и все, что ты ровно. Вот, короче. Да, похож тогда. Да, реально похож, да. Типа, ну это было 4 года, когда 5 лет назад где-то, да, по-большему. Не, вкус охуенный. У него был концерт в Кишиневе. А мы не пойдем. Ну, а он сейчас где, кстати? Я что-то смотрел, концерт был где-то там. Не знаю. Он вообще сейчас где-то... В Японии он был. Ну, потому что он приезжает в Кишинёв на концерт. Да. Ты видел, сколько нервы приезжают? Это самка... Нет, Фейс, знаете, я в Фейс. Ещё кто-то приезжает. Я хочу очень пойти. Не, Фейс очень крутой. У него вышла новая песня, ты слышал? Правда. Хуйня, мне вообще... Не, я вот старый, олдовый. Я, короче, 16-й год, 17-й, вот я тогда... Я люблю... Я моим братьям сала... Ну, это уже, это более такое потом... Я понял. Это песня запорченная. Есть песня «Яд» классная. Да. Вот сколько тебе лет? Сколько тебе лет? 12. 17? А, ну это понятно. Тогда тебе было. Тогда тебе было 13. 12. Ну, когда вот это все бургеры там, типа. И прочие песни. Кейт Лав. А, вот я и понял, это вы те самые девочки. Просто я когда шел, мне 17 лет было, я иду, а там где-то лет по 11-12 девочки идут и слушают. Она жрет. Вот, не, ну они слушали, типа, она жрет мой хуй, как будто это бургер. И я просто смотрю, типа, ну, дети, короче, девочки, и они слушают такие песни. Это. А сейчас на стасамку боюсь, да. В школе в первом классе. Ну да, это жестко. Это жестко, да, да. Не, ну конечно, охуенно, мне очень нравится. Особенно альбомы Лиза. Это вообще. Пошли ты. Хочу чаю, чтобы поставить. А вам сколько лет? Мне 23. Чего вы тут делаете? Да ничего, зашел пообщаться. А что, не с кем общаться? Не с кем. Мне нет друзей. Общаться. Нет друзей, так просто. Dead inside. Ну, знаешь, такое типа у меня. Ну, я депрессия, у меня сейчас, я лечусь. Все дела. А это как будто смешно? Нет, это не смешно. Короче, препараты, блин. Депрессанты. Среди тревог и вечер. Не с... Зачем вы стали? Мне это покажет. Хуй покажет. Нет, не покажет. Он выглядит как тот, который не покажет. Да. Это секретно. Что? А что у вас делать? Кто-то умер, ну типа девушка умерла или... Да, сразу умер. Нет, вообще типа, ну не знаю. В общем, 22-й год какой-то был ебанутый такой. Просто хуёвая. И... У меня депрессия тут где-то заходит. Я какой-то психоз словил где-то осенью. Ну и понесло мне. Это очень жестко. Я всегда расцениваю депрессию как какая-то хуйня. Нет. А это вообще такая же болезнь, как и печень, почки. Ну типа нет, я хожу там, может там общаюсь с кем-то, там могу смеяться, там что-то делать. Там, ну, через силу, сил правда нет. Я вот так просто тупо лежу, вот потолок, я на него смотрю, вот так да, просто. Да, мне все так говорят. Всю ночь я просто, я ничего, я вот, ну... Прям не могла, блин. Я выходила меня... через силу, мне прям хуёво. У меня никогда такое. Я посидел, я посмотрел, захожу, типа, видосики, вообще не хочу ни смотреть, ни считать, ни работать не могу, ни как бы поиграть там в компьютер, ничего такого. Стали типа психолог, ну, типа депрессию. Да, но у меня там у меня вообще смешанное расстройство. На самом деле. Это жесть. Просто типа у меня, знаешь, какая была до этого момента, у меня была наоборот такая фаза, знаешь, бодрячка, я, короче, вообще, я там туда-сюда там жил-был, короче, всем названиваю, переписываюсь, там туда поехал, там, короче, успел, на самолете полетел, там, короче, ну то есть, движухи были. А потом вот так, хоп. Концерты пошла Молли, я понимаю. У меня девушка была, вот она пошлую Молли любила. Ладно, я не буду. Ну, это не депрессия не из-за этого, не переживай. Да, реально. А
что там прикольного-то? Я просто я слышал пару песен вроде. Ну. Чё, говорил? Да, это нормально. И когда будете ослаблять дозу антидепрессантов? Ослаблять? Ну, или как ее убирают? Наоборот, может повышать, но повышать не собираюсь. Еще посмотрю, типа, еще неделю мне надо подождать. Помогает? Ну, мне помогало, до этого я другие принимал там, поэтому. А эти что, не помогают? Не, ну я вот начал буквально, там нужно месяц, понимаешь, чтобы войти, короче, в это, скажи. Это очень стрёмно, я бы чувствовала себя нариком, реально. Не, я нет, но это, я не знаю. У меня никогда не было депрессии, такой хуйни. А это из-за, типа, из-за девушки? Нет. Или просто накопилось, типа, тоже накопилось? Ну, может и накопилось, но, то есть, смотри, она просто сейчас усиленная из-за того, что накопилось. Угу. То есть, она была, может, послабее. Почему рашки у всех в депрессии, пиздец? Ну, хз, рашка. Даже не знаю. Не, ну, слушай, я в Турции был, мне там тоже плохо было. Ничего не поменялось. То есть, мне кажется, если бы я даже в Америке оказался, мне не стало легче. Мне стало легче, слышала? Потому что, нет, там, понимаешь, такая тема, ну, типа, все ок, никаких проблем вроде, но тебе плохо просто, если так объяснить. Да какое вообще никогда тебе плохо, я не понимаю. Он же сказал, что не хочет денег, потолок сможет. Ну, типа, это не такая тема, что, допустим, ой, вот я там, типа, в казино, там, знаешь, проебал квартиру, и вот из-за этого. Нет, типа, а у меня такая хрень, то, что все нормально вроде как. Да. Но... Ну, слушай, у меня такого не было. Короче, в пизду. А чё у тебя такое? Я не знаю, просто, типа, мне тоже не было силы, нихуя не хотела делать, типа, не с ним. Ну, тебе просто не нравился чел, и я не заебала. Нет, блядь. Я даже с Владой почти не выходила, и с тобой почти не выходила. Ты чувствовала вину? Нет. А чё? Просто не знаю. Вот просто было такое состояние, что нихуя не хотела делать. Просто а ты чай пьёшь? Ты чай пьёшь? Да, это чай. А. И вот тут ещё. Хочешь хапнуть? Это что? Шмаль. Я очень боюсь таких чулок, пиздец. Я не могу. Каждая девочка должна пройти через торча. Бля. Сохра даже не знают. Вы знаете, что такое сохра? Да. Открой сохру, блядь. О, ну даже, слушай, в таком молодом возрасте, думал, уже не знают. Ну, в принципе... Блядь, мы знаем, да. Все. Вообще-то, это, кстати, небольшая, ну, типа, мы шарим. А, ну, ну, может, да. Что может, блядь? Ты вон сохры, мы шарим. Фэнси, мы шарим. Все, значит, да все шарим. Нет, типа, у нас небольшой отрыв. Если там было бы 15, и то в 15 сохры шарят. Ну, там сейчас сидят. Вы не сидите? Нет, я удалила профиль. Я давно уже, не, у меня он там есть, но я что-то, ну, не захожу, мне типа как-то... Мне уже год, да, там знаете, какая тема пошла, короче? Ты должен привязать паспорт свой, подтвердить номер, вот это вот, ну... Там теперь кружочки записывать и, можно. Типа, да, это не важно, там вообще говно все стало. Нет, в телеге лучше, я в институте тоже не сильно, а ТГ обожаю. Не, ну, в телеге везде. Нормально. ТикТок. Ну, да, да. Да, он старый такой, мешает. Вот сейчас зашел я. ТикТок. Я почему спрашиваю, типа, вот тут говорят, он пишет, что такое сохра? Ну, пиздец, да. Чё, не знаю. Ну, ему, что? Может, ну, прикинь, ему там лет 12, может. Реально, я не знаю, что такое сохра. О, прикол. А когда еще можно было по сохранёнкам узнать, есть ли парень? Или... Да. Кто у тебя башник, скинь мне. И ты скидываешь, я помню, я встречалась с парнем в 14 лет, или 15, с Димой, из Тирасполя. Смотри, вон, вон. Пиздец. Да. Вот эта фотка такая, короче. Бля. Серьезно, и как, да? И я такая, скинь. А у вас что, у вас символику сейчас убирают, да, вот эту? Какую? Какую у нас? Или это в Сербии? Но я знаю то, что там вот эти Z-ки, вот эта вся тема тоже была. Какая Сербия? Мы не Молдова, да? Не, у нас не было зеток.
Мы из Приднестровья, мы не с Молдовы. Приднестровье, ПМР, это все другое. Это рядом просто с Молдовой. Но у нас лагерь аж. Не, ну честно, я, допустим, из Кавказа. Но мы честно говорим, что мы из Приднестровья. Приднестровье, блядь. Вы с России? Да, это Раш. Но у нас флаги рашкают. А я вообще думал с Молдовы, думал, Никогла я тут вижу сейчас. Ну, бля. Никогла, бля. А Никогла я переобулся через Украину. Ну, это да, мутная тема на самом деле. Никогла попсуждаем. Бля. Блин, Никогла. Так вот, мы общались долго, и он мне скидывает свои важные, а я вообще послала. Смотри, очки прикольные. Всем нравится тебе. Очень жестко. Такое вот. Вылетаешь вот так на улицу. Как будто тебе 16. Молодец. Ну у меня такое что-то между как будто 70 и 12. 14. А что, малолетки пишут? Ну, малолетки как пишу. Че говоришь? Подожди. Я не понимаю, что ты сама хочешь спросить. Типа в чат рулетки. Типа до да сейчас не малые попадались, кстати, много очень. И шо как? Сказали, что ты на пошлом мале попал? Нет, один сказал на какого-то бас-гитариста. Не, не шарю. А, я тоже не знаю. Фейс, пошлое моле было, был. А, и какие-то, короче, были молокососы, Слава Мерлу. Только, ну, у меня прическа по-другому. Гитлер? Гитлер это да, пацан такой. Да вот, да похуй покажи. Ну тут не видно, что написано. Слава Мэру. А, это Тимоти, блин. Блять, это пиздалка. Бля, конечно, он такой чел, блин. Что говоришь? Ну, Тимоти, типа, он такой. Какой? А Егор Крид? Не знаю вообще. Ну да, твое мнение, конечно, с тобой вообще, ну, там песня какая-то была одна, я слышал, невеста, что-то там, по-моему. 10 лет назад. Ну и все, короче. Наверное, может быть. Нет, в 2015 году где-то я слышал, может. А так вообще, я, ну, у меня свой мир, понимаешь? Я летаю. Тот самый... Давайте покажу видос. Там, когда бедный приходит на хату, он курит такой, я хочу прям в это окно. И малолетка типа такая, нет, да, пожалуйста. Потом они сосутся в конце. Давайте покажу. Это угарно. Ням-ням. Так, я что-то хотел, типа, блин, апельсин, да, апельсин есть. Не, не хочу. Салам алейкум. Малейкум. Чё, как дела? Заебись, а у тебя? Ну, такое, типа. Почему? Непонятно. Лечусь. Болею, типа. Выздоравливаю. Угу. Спасибо. Сколько тебе лет? 35. Ассалам алейкум. Арабские Эмираты? Съебались. Или нет, чё не отвечают? Я заметил, они не отвечают, типа. Если... Опа! Ну это уже, конечно, что-то не то. Типа, на салам, короче, мало кто отвечает. Вот эти турки не отвечают супер редко. Потом, кто еще? Очень арабский. По-моему, Египет и еще какие-то пару стран. Очень странно. Турки просто привет говорят. Блин, короче, поедем в Fortnite.
Fortnite, нормально так. Ну, чисто каточку. Такую. Трансляция. Как она вообще идет, мне интересно. Короче. Геральт. Королевская битва в одиночку. А я хочу вдвоем с напарником. Почему нет такого режима? А что, игра не работает? А, правильно, Вальхейм был же до этого. Опа, пошла жара. А ну-ка, давай вот эту сыграем. Там, интересно, за музыку что-то сделают? Мне кажется, заблокируют трансляцию. Там музыка будет. Тогда не надо. Да я не понимаю, почему в одиночку. Ладно, поехали в одиночку. Че нет? О, нормас. Прикольно, слушай, блин. Вот это я понимаю, вот это нормально. Хоть бы оно выстрелило. По-братски выстрели. Я тебя умоляю, выстрели давай миллион, 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 миллион. А лучше больше, чтоб все СНГ увидело это видео. Где вот это? Сколько там просмотров? 240к. Но на прошлом маке у меня было больше. Там 2 ляма 4 лайка было. Прикинь. А звука нет же, ё-моё. Так, во-во-во, всё, поехали. Вот такая тяночка. Опа-опа, какая, да? В шортиках. А ну-ка. Может вообще типа че не второй, давай на вот эту заправочку начнем.
пистолет хватаем. Банку сразу пьем. Там что, патроны чисто на дробовик? Где дробовик? А ну давай. Эй, лезь сюда, иди. Отлично. Прикинь, он мне не сел. А, он мне броню снес. Эй, кассу открываем. Бабки собираем. Это дагестанское ограбление, жесть. Такси заправлены. Поехали на тачке. Смотри, какие там бургеры и бутерброды, блин. Вот это я не знаю, что за жижа. Что она дает? Плюс кучи нектар. Потребляется быстро. Не, вместо УЗИ вот это возьму. Пистолет. А, вот, смотри, ХП это восстанавливается. Еще поехали отсюда. О, вот это вот мне нравится. Ну, тем более золотая, легендарная. Легенда. Сейчас в этом поселке, смотри, половины поселок сейчас здесь. Всех разнесем. Не, лучше маленькие баночки забрать. На своем опыте знаешь. Так, кто тут есть? Ой-ой-ой, мне что-то аж голова закружилась, так вертеть резко. Вон, смотрите, почек бегает. Может, его настигнуть пойти? Я пойду, короче, к нему. Наведаемся. И тут кто-то ходит. Я тебя слышу, братишка. Вон он, смотри, такой, да, блатной. Эй, блядь, где он-то? Ты, блядь, супермен. Как он разлетелся, смотри. И от супермена ничего не осталось, там патроны надо взять. Ладно, давай сундук откроем тут. Он же сюда лез. Опа, может эту взять? Да не, нет. Песиктик больше нравится. Смотри, какой он. Крутой, да? Так, там же вообще челик был в здании. Я бежал за ним. Он тут сидел. Тихо, тихо, я слышу, да? Смотри, смотри. Сейчас на точность стреляю. Вот видишь, 2 хп осталось всего, блядь. Я именно на точность стрелял. Спокойно, не это, без лишних дерганий всяких. Спокойненько такой. Целишься. Это самое. Стреляешь. Нажимаешь на курок. О, нормально. Так, что там? Автомат. Улучшение пистолета. Вот это вообще мне попало как хорошо.
Может, щит забрать вот это, я не знаю. Возьму пока, типа, побегаю с ним. Хз. Никогда его не использовал. Вот здесь он был, это может он был, которого я еще загасил? А, ну да, слушай, я задание выполнил. Убийство. Еще новое возьмем. А, не, я не могу ли взять. Патронов возьму хотя бы. 10. ПТ. О, вот это Кент наш. За сотку его нанять можно, чисто. Смотри. А можно ему, типа, оружку дать какую-нибудь? Типа, вот я ему раз такой. А, не, он будет с пестиком, да? Ну ладно, ходи с пестиком. Так, я слышу. А, это... Это радио. Я думал, кто ходит. О, серьезно, серьезно. И дробовик меняет. Слушай, вот эту взять бы по-хорошему. Да, вот так вот делаю. Чё за суета? У нас сходка вот здесь будет, скорее всего, в этом городке. А, это наш. Я пока здесь вот так понастрою всякие темы. Вообще никого нет. Мифическое оружие. А ну давай. Ну, слышь, смотри. Прикинь, да? Вообще бомбовый пестик. Как же мне хуёво, это просто жесть. Кто там? Ах ты, блядь! Ебать, я очканули. Чё-то неожиданно было, я аж дернулся. Не, ну загасил все-таки. На крыше будем, давай ты там смотри, он реально полезен. Вот этот вот типочек. Откуда палит-то? Ты чё там, самый умный, что ли, да? Зажимаем, короче. Как попадем. А теперь тактический пистолет беру, смотри. Опа, блядь, что-то я проебался. Ну ты чё он делает, дурак, да? Ты чё, дурачок, что ли? Последняя пуля, смотри, пам-пам. Чё он решил покататься на канатке? Я не понял. Давай, иди лут собирай. Прикинь, какой интеллект искусственный, смотри, поломал тут что-то. Запрыгнул обратно. Нормально, да. Чё он на этой канатке катался, я не пойму. Там какие-то типочки, походу. Ну я вас жду, если что, парни. Мы вас ждем тут все. А, ну давай, ускоряют перезарядку. Это получается, смотри, смотри, перезарядка просто моментальная. По кайфу. Вон выпадают всякие банки. Че там еще, дробовик. О, едет, едет, Кент, смотри.
блядь, просто хуярю, блядь, мне похуй. Реально похуй. Похуй абсолютно. Знаешь. Всю обойму, всю очередь всаживаю. Ты чё там ходишь без меня, я не понял. Я думал, тут со мной ходит, двигается. Кот-то убежал, слышишь, сам по себе там мотается, чё-то. Я не знаю, вот эту взять, что ли? Фиолетовая, блядь, какая-то. О, вот это, да, возьму. Блядь, слышишь, чёрт, блядь, мое место занял. Блядь, в отцо, куда он поехал? Кого там? Давай стреляй, я пока. Не захаваться надо. Слышь, чепуха, блин. Это вообще боты, прикинь. Приколись, бля. Где это... Сука, тварь, бля. Поехали сюда, короче. Тихо, тихо, бля, меня не стреляй. Так, вот мой ходит. А где я там? Там был, который строился. Вон, вон он. Нет, бля, я его не вижу. Я, слышь, орла использовал. Если кто-то орла использовал, то сейчас меня видят. То есть я не знаю, где я нахожусь. Он уже сейчас сюда будет двигаться. Смотри, да я такой, опа, наебал, типа. Типа подумали, что я поехал, а я не поехал. Бля, часы ж там... Чё за баба там бегает? Ладно, хорош патронов. А, не, патронов много. Чепуха, бля. Сука, бля. Я пойду ее сейчас так разъебашу. Смотри, обосралась, понял? Эй, слышишь? О, смотри, смотри, пацанчик бежит. Я не попал даже. Ну пусть бежит к ней, сейчас он ее загасит, смотри. Тут этот летает, этот ястреб, я его вижу. Давай я прям пью, мне похуй, я вот так пью. Короче, я пошел на суету прям туда к ним. Бля, он где-то в кустах сидит, приколись. Смотри, меня спалил, ну это бот. Запрыгнуть на эту тему. Так, захавались, запились, все по кайфу. Ах ты, сука, блядь. Да ты заебала строиться, сколько у тебя кирпичей там, а? А его сейчас это схавает, смотри. Опа, кайфу! Вот это да, смотри. Вот это правильно, учем ее, блин. Бурей давай за. Эй, братан, тут уже без обид, короче. Бля, как вы заебали со своими стенками, я отвечаю, бля. Да им пиздец, понял. Там уже буря хав... А, не так, сейчас сюда поднимусь. Бля, братан, без обид, типа. Без обид, ну типа, реально. Он короче, меня вообще, считай, не попал. И помогал мне тут... Эту сучку гасить. Вон, смотри, там. Все за... телепортация. Лей, смотри, вон он. Бегает какой-то пацан. Эй, смотри, как красиво попал. Бля. Бля, ебать, я красиво у него попал. 6 человек осталось. Блять.
Смотри, сколько у него бревен, а? Все застроил, все, что можно и не можно. Я себе тут железный поставлю. Какой он черт, а? Вон, пойду сундук открою. Ладно, лечись там, что хочешь делай, я пошел сундук открою. Хуй бы этот был тут, как его? Это там что, ракета, блядь? Блядь, мне бы этот найти, короче. Тактический пистолет использую. Куда, блядь? Куда он меня телепортировал? Прикинь. Шерлок Холмс, блядь. О, зато я здесь сейчас на дереве засяду. Смотри, какая позиция. По-моему, выгодная. Уже невыгодная. Блядь, тут на хате нету банки большой. О, смотри, вот это та самая, блядь. Ха, ебать, я красавчик, прикинь, да? А слева, справа покоцал их, добил. Охуительно, да? Все, три чела осталось, смотри. Сейчас будет серьезный бой. Надо хату прошмонать на всякий случай. Может, что полезное надо. Да не, она пустая, смотри, голяк, ничего нету. Там банки нет большие? Чего они костер мой потушили, я не понял. Золотой дробовик беру. Все, мы одни остались. Один на один чисто, понял? Вон он, смотри, вон он, вон он. Ах ты, блядь, куда он прыгнул? Сука, прикинь, да, я не видел, куда он ушел. Куда-то удрал, блин. Молот может взять? Не-не-не, без молота. Без молота обойдемся. Слушай, я не могу знать, куда он пошел. Он может вообще на дереве сидеть день. Ай, блядь, что творит? Оба, идем. Ближний бой. Тактический пистолет, дробовик, все на зарядке. Вон там сидит козел. Сейчас его ломану весь. 2 хп захилил, бля. Давай, сейчас тебя схавает, брат. И пиздец тебе, понял? А он решил такую, да, короче, схему сделать? Ну давай, блядь. Слышь, ты урод, блядь. Че он там ходит? Рано или поздно ты спустишься же, брат. Рано или поздно я тебя настигну. Давай на дробовиках по разам. Он сейчас там на... Смотри, что все дерево застроил. Он, наверное, тут все эти, блядь. Все доски собрал, наверное.
Ну давай, давай, блядь, сиди там наверху. Эй, давай спускайся. Ебень, блядь. Смотри, он тут где-то бегает. Понял? Че он делает? Слышь, что за суету делает он? Давай, бля, высуни свой ебальник, я его видел. Бля, ну хорошая катка была. Смотри, 55 хп осталось. А, понял, он что, тоже с тактическим пистолетом? Не, ну меня это, конечно, я вот это, я уже устал, пока он вот это все застраивал, вот эту всю ересь вокруг дерева, он там все, наверное, застроил. Ладно, понятно все. Короче, пойду перекурю, наверное, маленько.
Да. Все, можно еще каточку. Какие-то предметы я даже получил. Не, в одиночку я не хочу. Любая высота можно сыграть. Ну давай вот это испытание какое-то. Хз, посмотрим. Нажимаю крестик, я нажимаю нолик, с тобой как треугольник, ты снова мне звонишь. Играть со мной не вздумай, ты точно проиграешь, бросаю, убегаю. Надеюсь, ничего не будет за этот трек. Смотри, ведьмаки собрались. Дальше что? Ведьмак флекс. Это что за... Вы смотри, что за концерт они делают. Это вообще солевая какая-то шапка. Ты посмотри, что исполняют. Прикинь. Ведьмак на гитаре бомбит. Пиздец. Это вообще просто... Я так и не пойму, что это за челлендж. Десять человек всего. Я уже не понимаю, где музыка играет, прикинь. Я типа не спал, ночь вчера плохо спал, ну вообще хуёво спал. И у меня сейчас вот такой полусон. Не знаю, как писать состояние. А если еще сейчас, то было бы вообще, наверное. Но нет, это не надо делать. Откройте доску объявлений. Устраните игроков, соберите 15 медальонов, чтобы открыть место. А, тут смотри, на мечах, прикинь. О, это же с Ведьмака. Нормально. Прикольно придумали. А мы что, команда? Типа, смотри, команда какая-то, короче. О, прикольно. Это кто такой? Это слышь, я кого устранил? Я своего устранил или кого? Или чепуху какую? Блядь, а со всеми гаситься, блядь. Я не понял. Это... Ведьмака гасим, блядь, не надо нам. Ты монету собрал? Сколько у меня монеты? Давай иди сюда, уверен, сейчас. Ебать она, блядь, это, слышь? Отлично, еще одна монета. Сколько, 15 монет она собрала? Ну, смотри, все хуярятся, блядь. Собираем бабки, главное собрать. Эй, вот этого хомяка. Смотри, а интересно, я монеты теряю? Суть, 3 монеты собрал. Походу каждый за себя, я как понял. Соберите 15, у меня 6. Надо внимательно посмотреть, остается или пропадает. Ну типа после смерти ты теряешь, допустим. Или они не теряются, а только копятся. Эй, давай. Ща, блядь. Киберспорт, блядь, собрали монету. Тихо. Ебать, блядь, гасится, слышишь? Смотри, кипиш какой. Да, нет, подожди, 8 монет у меня было, смотри. Они остаются, найдем гаситься.
Вообще, типа, вылетаем вот так вот. Тихо, бля, 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 две монеты, прикинь, бля, две монеты. Они одну собрал, бля. Ах ты, сучка, блядь. Тихо, тихо, у нас все суета один на один. Я проиграл. Блин, мне нравится режим этот, это ведьмак. На. Блядь, эй, смотри, что делает. Эй, блядь, собирай монеты, монеты главное. Щекели, щекели. Гроши, гроши всыпятся. Бля, вот этот хомяк борзый, я тебе говорю. Вообще камень он какой-то. Бля, 15 хп у меня. Не, братишка, все, давай. Эй, слышишь, ты чё, женщину будешь бить? Ну, бля. Ну, давайте, идите сюда, падла. А в чем разница? Вот, давай второй меч выберем. Эй, вот этого. Из дума, эй, бля, монета моя. Да хомяк, иди нахуй, нет. Он, черт, отвечаю, у меня этот хомяк бесит. Давай вот, слышь, давай вот мы вдвоем тут чисто по чесноку все. Давай, женщины, это разборка женщин. Блядь, залили меня. Подожди, а я уже по-любому что-то набрал 15 монет, мне кажется. Ну тут бы я хотел гасануться с кем-нибудь. Давай, давай, все по чесноку, слышишь? Бля, вот это какой-то конченый меч этот. Он же сейчас добьет меня просто. Я же говорю. Конченый. Не, один вот этот. Мне не понравился. Сука, получай, блядь. На! Все, последняя монета осталась. Ах ты, бля! Последнюю монету намутить. Давай, может, у кого-то ее скрысим. Вот-вот-вот, вот этого. Эй, вот хомяк меня вот это раздражает. Ням-ням. У меня уже что-то нервы пошли. О, я просто монету. Все медальоны сразу... А куда направляться? Я пошел, куда меня зовут, все, отвалить от меня. Куда вот сюда надо? Бля, как я поднимусь-то? Чё здесь за принц Персии? Фу, вот это была жесткая схватка у нас. Сюда надо? Так, помедитируйте помощи эмоций, места силы. О, нормально. Это я опыт собираю. Тут, надеюсь, драться не надо. Я тут один, прикинь. Походу, я первый собрал монеты. Или они там пока еще бегают, не понимают, что делать. Я не пойму, синяя, красная команда какая-то. Ну еще я помедитировал. Задание выполнено. У меня даже 16 монет. Здесь нельзя драться. Так,
играть в Fortnite, получить игровую грань. Так, ну и что дальше? Смотри, что за... Да, я знал, что я его выгашу по-любому, потому что... ХП дайте отхилить мне. Ну что дальше-то делать? Подожди, он с мечом тяжелее... С мечом он, по-моему, медленнее бегает. А туда можно? Нет. Ну... Подожди, дальше можешь пройти? Он, походу, жертву нашел, слышь. Не обессудь. О, спасибо, монетка. Блять. Ну хоть монету поднял. Прикинь. Кто там пишет, я не помню. А, врываемся, врываемся вообще. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, что делаю. Прикинь, бля. Ошалеть. Это что, монету мою взяла? В общем, все понятно, что здесь к чему. Только не атакуй меня, да? Я просто со своей дорогой. Ух ты ж, смотри. Да сколько монет мне дали? Так, я прошел. Все, отвали от меня. Опять медитация. Это новая, что ли? Какая-то уже локация. Может, ближе? Ладно, все понятно.